Посылку для бездомных животных собрали ученики Краснодарского лицея номер 4. Ребята решили помочь приюту «Краснодог». Сейчас это единственная организация в столице края, где выхаживают беспризорных собак и кошек. Вылечить полдела – самое сложное – пристроить их в хорошие руки. Постояльцев много, всем нужен и корм, и уход. Поэтому зоозащитники рады любой помощи. В благотворительном сборе, организованном в лицее, участвовали не только ученики, но и педагоги. Ребята оповестили учащихся нашего лицея с помощью листовок, обошли каждый класс лично. И на странице в социальной сети тоже информация о том, что мы свою добрую акцию, маленькую помощь большому другу, инициировали. Собрали все, что собрали. Корм, медикаменты, теплые одеяла и пеленки, бандероль со всем необходимым отправилась прямиком в приют. Доставку взяли на себя родители юных благотворителей. Чтобы привезти заветный груз, понадобилось 4 машины.